Настоящий венгерский гуляш – вкуснейшее блюдо. Не представляю его без сушеной красной паприки, мягкой разваренной говядины и болгарского перца. В сезон овощей гуляш получается особенно ароматным. Как приготовить гуляш с болгарским перцем? 1. Говядину промойте и нарежьте небольшими кусочками, выберите жилки и пленочки. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Нам понадобится: говядина 1 кг, луковица 2 штуки, чеснок 4 зубчика, болгарский перец 2 штуки, помидоры 2 штуки, лавровый лист 2-3 штук, паприка красная сушеная 1 столовая ложка, растительное масло или жир 3 столовые ложки, соль 1 чайная ложка, перец черный 1 чайная ложка, картошка 1 кг, кмин 0,5 чайных ложки, количество порций 6-8. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.